jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright... 3, 2, 1, елка отчазывала, отчазывала, До Нового года остались считанные дни, и в городах страны все ярче играют огнями елки. Одна из первых засветилась лесная красавица на центральной площади Оша 16 декабря. Многие другие города в регионах тоже спешат зажечь свои украшенные елки. Но самая главная елка всей страны находится на площади столицы – Алатау. Накануне сотни людей собрались, чтобы посмотреть на нее и концерт отечественных звезд. К 19 вечера торжественно загорелась главная елка страны. В церемонии участвовал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Уважаемые гости столицы, дорогие дети, я думаю, не надо затягивать сегодняшний праздник. Мы должны дать время выступлениям, время праздничному настроению. Я думаю, уже пора переходить к традиционному зажжению елки. Но перед этим я хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья. Успехов во всех ваших начинаниях! Убранство елки в этом году отличается от предыдущих лет. С лесной красавицы убрали не полюбившиеся бишкекчанам пластиковые орнаменты и безвкусные широкие ленты. Гирлянды повесили совсем иначе. Не ромбами, которые делали елку похожей на сетчатые колготки. Сейчас светодиоды размещены в виде рюшек. Величие ели придали прожекторы, которые пускают лучи света в ночное небо. Борбордук аянтагы елка жандырылат экен деп саат 7:00 көрөлдөп келгенбиз. Маанай жакшы, жакшы болуп атат буюрса. Концерт да жакшы болуп атат. Биз кубанычтабыз. Елканын ачылышына келдик биз. Нерелеримди алып келдим. Жакшы болду, мына елканы көрдүк. Главную елку страны высотой в 25 метров начали возводить еще в начале декабря. Она является уникальной в своем роде, потому что, в отличие от других государств, Кыргызстан на центральную площадь не ставит срубленную многолетнюю ель. Зачем рубить целиком дерево, если можно вставить искусственные ветви в заготовленный металлический каркас, который уже используется несколько лет? Это показывает гуманное отношение к природе. Большинство украшений для главной елки тоже берегутся. Некоторые из них были обновлены из-за изношенности и непригодности к использованию, например, светодиодные гирлянды. Для оформления елки, для оформления центральной площади, для мафов было приобретено практически 5 километров мишуры, 1,5 километра светодиодной ленты. То есть на вопросы, которые обсуждаются в последнее время о приобретении игрушек, приобреталось только то, что невозможно уже использовать было с прошлых годов. Так как мишура, светодиодные ленты, гирлянды, они находятся практически месяц на улице под осадками, изменение температуры, и под физическим воздействием они просто приходят в негодность. То есть то, что невозможно было использовать в этом году, было приобретено. То, что мы можем использовать, мы приобретаем. Как вы знаете, в этом году у нас особенные игрушки на елках, поэтому они не покупались. И часть игрушек, которые остались с прошлых годов, она также используется будет на оформление двух елок дополнительно возле филармонии и возле мэрии города Бишкек. Но елка – это не единственное украшение на площади Алатау. Там также установили две инсталляции в виде тоннелей со светодиодной подсветкой. 12 снежинок, 20 больших шаров и около 20 инсталляций, выполненных из акрила с подсветкой. Всего в украшении города задействовали более 30 коммунальных служб и несколько единиц техники. Также проводится работа районными администрациями совместно с субъектами предпринимательства, находящимися на территории, по праздничному оформлению улиц. На улицах вывешены баннеры, на южной магистрали у нас развешены флагштоки.
ожидается у нас по плану все мероприятия, которые мы запланировали. Традиционная елка мэра, которая охватит более 1200 детей. Также мероприятия в районах, которые также будут принимать детей, дарить подарки. Будут мероприятия проходить на территории МТУ, так как практически каждая МТУ наряжает праздничную елку, предусматривая средства для получения подарков для деток, проживающих на данной территории. В этом году мэрия Бишкека отменила новогодний салют. Петарды при взрыве выделяют много дыма. Обычно после празднования Нового года над площадью образуется такая вот дымовая завеса. Большинство бишкекчан с пониманием отнеслись к этой идее. Смога хватает и в будни. Пусть хоть в праздничный день воздух будет чистым. А создать новогоднее настроение можно и без салюта. Главное, чтобы близкие и любимые были рядом. Рашид Алиев, Турар Анарбеков. Итоги на пирамиде.